Краснохолмским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении двух сотрудников медицинского учреждения, подозреваемых в искажении информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей. По версии следствия, в августе текущего года врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Весьегонская центральная районная больница, находясь в помещении поликлиники, получив от женщины денежные средства в размере 5000 рублей, внес медицинский документ ее дочери, заведомо ложные сведения о ее вакцинировании препаратом для профилактики коронавирусной инфекции, а медицинская сестра учреждения, находясь в прививочном кабинете больницы, внесла заведомо ложные сведения в журнал вакцинации. На основании искаженной сотрудниками медицинского учреждения информации о вакцинировании в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения в последующем были внесены ложные сведения. Аналогичным образом была искажена информация о вакцинации еще 5 граждан. Следователям Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками полиции произведен осмотр места происшествия, изъяты медицинские документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, выполняется полномасштабный объем следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.